Хейл, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Соли Святилище. Я в прошлой серии убил боссика, мы получили новую способность. Ай, не могу тут спуститься, ладно. Круто. Вот я глупенький. Во-первых, что это за место? Ну, куда я только что упал. Я хотел спуститься, но я нечаянно вот такой трюк сделал и сдох. Поехали. Факела нужно будет еще купить. А здесь должны быть проклятые. Стоять. Ого. Что тут сверху? Что это за херь? Какие-то духи. Сказать, что они сильные, нет. Так, еще один проход куда-то. Я точно иду походу к боссу. Ой-ой-ой, там за мной летят. Так, почитать что ли насчет вас? Если это сейчас... Да, все, прочту. Так, бестиарий. Так, стоять. Кого я из этих встречал, я уже не помню. Вообще, кого я встретил, вопрос. Так, ты был у меня? Грозный всадник. Рыцарь в тяжелой броне, даже неший, он крайне опасен. Пирский повстанец изредки удавалось выбить доспехи убийцев из седла. Но разоружив и взять в плен, за все это время получилось только одного. Хранитель пещер. Безобразная тварь, обитающая в пещере. Волшебный фонарь ее лапе. Способен невидимым образом гасить фонарики рядом. Ага, значит, эта тварь мой фонарь погасила. Так, вот этих, да, я встретил? Гневная ведьма. Жестоко казненная ведьма с северного побережья герцогского Тристин. Кидал же Гроц устроил печально известную охоту на ведьм. Многие невинные женщины были связаны и развеяны по ветру. Так называемый способ казни. А им типа голову разбивали. Так, гнилой налетчик. Утонувший ночной налетчик, который сгинул от времени и погоды. Так, ночные налетчики. Так, грозные воины, но даже они превращаются в... жалкую неуклюжую нежить, становится ходячими напоминанием о том, что сила мертвых мимолетна. Белый рыцарь утопленник, облегченный в доспехах из мерцающего металла, похожий на доспехи королевской стражи Тристина. На этом острове застряло множество крестьян, ученых, рыцарей и дворян, и все они тонут вместе. Так, и мимика я встречал, все. Так, а здесь вопрос, долечу ли я? Долетел. Ого. Ну, короче, ей нельзя орать на меня. Так, стопы, я где-то мешок соли нашел. Понятное дело, что я туда могу пойти. Тихо, а тут что? Там внизу какое-то сияние. О, тихо. От призрака осталось. Осталось от призрака. Я могу туда спуститься. Или спуститься.
Ладно, спущусь. А, я могу так соскальзывать, оказывается. Да, круто. Я крут, ребята. Это ж сколько мне нужно сейчас будет возвращаться? А, давайте тогда не будем тратить время на битву с врагами. Просто побегу прямо. О, спасибо тебе, что я захватил сейчас бы минус 8к жизней. Ну, не жизни, а душ. Но все же. Да, без этой способности сюда не перейдешь. Нихера ты! Ирана орёт. Пипец, она бы меня так на части разорвала. Ила минус того, что она может сквозь стены проходить, бля. Враги, которые ходят сквозь стены, это самые жесткие враги. И? Эй! А души? О. На самом деле я подумал, что он там застрял. Ага, это типа у меня путь снизу вверх. Допустим, хорошо, представим. Представим, что это так. Бля, вот эти духи мне так не нравятся. Чувствую, я сейчас куда-то дойду так. И дойду и в плохое место, поверьте. Тихо, тихо, тихо. Девчат, я понимаю, вы любите покричать. Так, колокольчик на готове. Очень, очень темное место. Вот что там такое? Вот что там вдалеке? Сундук. Ох, чувствую, плохо сейчас все будет. Чувство меня не подведет. Ну как я могу так долго идти в одну сторону? Камон. О. Ладно, на самом деле их... Тихо, тихо, тихо. Главное близко не подходить, когда они орут. Когда они в минусе будут. Так, ладно, выпью. Зелье... Приготовлю. Талисман покрова. Ой, чтоб меня вот это сейчас куда-то не довело до плохого. Что это, блядь, было? А, сейчас по невидимым платформам, да, мне прыгать?
Ух. Ну куда вот они ведут? Ёбаный в рот. Что это за хери? Что это за единорожки? Камон! Я сдох. Знаете что, а мне посрать. Ну, сдох, ладно. Не зря, получается, спустил. Я тогда сейчас пойду через короткий путь свой, который я создал. Пойду через эту тропинку. Честно, плевать. Ладно, сдох так сдох. Ну, плохо, это только лишь один факт, что я туда полдня спускался. Давайте, может, я сверху начну идти. Короче, отсюда пойду направо. Да, душ я много потратил, но... Я их и заработал как бы не очень правильным путем. Так, я хочу просто узнать, что здесь. Факела я наемника, если что, использую. Ой, не наемника этого. Короче, челика, который телепортирует. Нужно будет вещи купить. Что за эти детишки? Так, отлично. Колечко новое. Так, снижает расход концентрации при использовании чар и заклинаний. Фигня. Так, ладно, бестиарий. Истязатель. Начну тогда с вас постоянно. Ага, то есть даже если не... А, не, я одного убил. Перетенник. Еще одна соляная... Так... Соляное порождение архитектора. На конкретном о соляной алхиманте давно ходят страшные предания. Они рассказывают о бессмертных заклинателях, колдующих в неприступных, так, потрепешных, так, штормах башнях, сотворяя себе жутких слуг ледяной силой самого моря. Окей. И какие-то еще детишки были. Вот. Фарфоровый утопленник. Королевское дитя. Так. Привилегии детей знати носить фарфорованные маски, без которых они никогда не должны появляться на людях рядом со старшими. Понятненько. И все. Так, ну это понятное дело, что я сюда поднимусь. Каменная фигурка мага. Так, вопрос, допрыгнул? Допрыгну. Куда я денусь? Это ж пф, я. Так, это дверь? Не, это куда можно запрыгнуть, окей. Так, боевой... Ах, кости мои, кости. Давно они там? О, детишки. Так, вот это вот плохо. Меня сейчас очень много урона вносят. А с меня урона вообще почти не несутся. Так, если вдруг что, бежать. Так, я еще куда-то путь открыл. Смотреть внимательно на все. Ага. Понятненько, где я теперь. Так, допустим. Допустим, я понял, где я сократил себе путь еще.
Так, ловушка, да? А, то есть ловушка там срабатывает, а я пройти не могу. Великолепно. Классно. Шанс того, что если я спрыгну вниз, не сдохну. Маловероятно. Хотя, как бы я туда попал. Ладно. Теперь сделаем, знаете как? Спустимся, наоборот, в самый вниз. Это мы были же с вами на поверхности, да, получается? Теперь мы спустимся вниз. Так. Давай, давай, давай. Спускаемся. Потом. Это мы сейчас с этой стороны с вами ёрзаемся. Здесь думаем. Что делаем? Сейчас такой бац, босс, да? Да не. Кто это, блядь? А, это... Бля... Думал я, думал, плохо я думал. Чувствую, у него есть опасная очень атака. Пей, пей, пей. Если он на меня полностью телом, да, упадет. Вот это вот. Да, чувствую, здесь я не выживу. А как мне? Тактики есть против него. Но против него хорошо пулялся свет. Свет очень хорошо был и работал против него. Так, ладно, встаю. Успел. Как? Вот как мне от него уйти хотя бы? Скажите. Он меня просто вот зажал и все. То есть он меня зажимает, это ГГ. Все, я труп. Великолепно. Один из как душ это минус. Хотя, блин, нужно. Да хер я там бы спускался пол жизни своей. С этими душами. Ну, в принципе, знаете, дело тут такое. Вначале он вообще почти не пробивает, но скорее всего. А какое ей ожерелье еще ж получил? Добавляет к вашим атакам урон от тьмы. Кстати, а сколько, на сколько атака падает? На десятку, допустим. Посмотрим, как он работает на тьму. Я не буду его атаковать. Ну, как я буду его атаковать? Ну, не сразу. Хорошо, поехали. Мне нужно понять, к чему он восприимчив. К магии света он восприимчив хорошо. И даже очень хорошо. Ой-ой-ой, да, пробиваешь ты знатно, челик. Пускай он бьет меня в лицо. Тихо, фляху пью.
наверх я к нему никак на него не залезу. Главное, чтобы у меня был эффект защиты постоянный. Попробуем со светом. В принципе, урона много. Довольно много. Так, после этого нужно сейчас выпить быстро флягу. Необычные такие атаки его не берут. Он меня опять на зажим, да, берет? Он огромный. Он здоровый и огромный. Короче, нужно бить обычную атаку и сильную атаку. Черт. Я отхилился, хорошо. Да, его убить возможно. Он, в принципе... Вот то, что мне не дает встать. Да, я его убью. Короче, нужно будет в следующей встрече к этому подойти. К нашему другу. Хотя, могу я сюда вызвать кого-то? Сделать подношение. Маг. Алхимика. Так, мне нужно купить предметы. Жаль. Тогда сорян. Короче, после убийства вот этого я закончу серию. Не, если еще останется время, мы с вами сходим. Мы сейчас сходим к этому. Блин, не хочу с фулл хп идти. Не фулл хп идти, это плохая идея. Короче, пока он на меня идет, мы делаем вот как. Сразу. Мажем. И поехали. Класс. Фляга. Я не могу его атаковать. Но это возможно. Я не могу вернуться от его так. Он жесткий. И главное, запрыгнуть я тоже на него как бы не могу. Так, ну души я забрал. Ладно, не вариант. Он мне зажимает. Вот в чем проблема. Хотя нет. Выйти от него можно. Тогда. Если оно и так есть на самом деле. Драться с ним можно. Вот, видите, я не могу через него пролезть. Черт, вот говнюк. Так, свет. Отлично. Зараза. Бей. Фляга еще действует, хорошо.
Ляха действует, хорошо. Бей. Отлично. По идее, должен его убить. Главное, чтобы он не прыгнул. Главное, чтобы он не прыгнул. Меч потух. На! Отлично. Виктории. Я туда сейчас просто пройдусь. Хотя давайте, чтоб я не рисковал. Нафиг оно мне нужно-то рисковать. Так, повысить уровень сразу делаем. Босса я убил. Так, древо навыков. Мы прокачиваем молнию, так? Мы прокачиваем молнию. Ладно, вкачай вот эту молнию. В процентах сколько? Ладно, это плевать. Нагрузка у меня 93%. В принципе, нормально. Воля 18. Давайте выносливость вкачать потихоньку. Потому что мне нужно больше брони. Хотя... Вот где мне найти утонувшие... Вот эти иконочки, или как они называются? Ну, фигурки. Потому что я лично даже на Вики не смог найти информацию про них. Хотя, чтобы мне идти дальше... Так, нужно этих вот все-таки покупать. Ткани света. Так, и нужно вернуть на урон. Да, так намного быстрее передвигаться, чем на своих двух. Так, ладно, босса мы убили. Так, даже без стамины я могу это использовать. Со стаминой лучше. Так, ладно, восстанавливайся. Буду это через раз делать. Так, у меня есть... Так, подъем наверх. Отлично. Допустим. Куда ты меня приведешь? Оно знает о моих деяниях? Да нет. Если я чего-то желаю, я это беру. Я забрал так много у стольких людей. Тысячи душ, привязанных к умершей плоти, принадлежит мне. Да, королевство лжи и суеты, жалкий принцев и падших владык принадлежат мне. Надеюсь... Прикольно. Так, там у нас новые враги появляются. Воу! Взялся он хер знает откуда. Вот я молодец. Тихо. Не-не-не-не-не. Я тебя понял, чел. Ага, то есть они стали мечами. Прикольно. Прикольно. Ладно, давайте, короче, я до конца сюда дойду. Похоже на какое-то логово. Thank you.
Так, у нас новые враги, короче, да, здесь появились. Давайте тогда где-то... Так, заберусь куда-то и там останусь. Так, здесь, короче, наверху. Ладно, давайте, короче, здесь остановлюсь, потом я вернусь, попытаюсь на самый верх и туда пройдем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.